Сразу надолго жить будете. Песок тоже не снял. А этот Андрей на работе. Теплые объятия и слезы счастья от радостной встречи. Ветеранов производства управления теленопроводов Нижнекамск-Нефтехима встречают с распростертыми объятиями и памятными подарками. Экскурсия началась с ознакомления. Ветеранам рассказали о новшествах и текущих планах на будущее. Затем передовики производства посмотрели операторные и обновленную модернизированную лабораторию. Стремительный рост Нижнекамск-Нефтехима впечатлил ветеранов. Компания непрерывно совершенствует технологии и модернизирует действующие производства. И надо было очень внимательно следить, потому что температура высокая была и водород. А сейчас вот ввели, и уже через 10 минут она готова. Ой, вообще, это сказка. Совершенство. Каждый год в подразделениях объединения проходят экскурсии для бывших работников. Кто-то старается приезжать сюда каждый год, а некоторые не были здесь несколько лет. Несмотря на это, эмоции переполняют и тех, и других. Ведь спустя столько лет они вновь на родном предприятии, как дома. 30 лет отдал. Был молодым, деловым, как говорится, горластый был, ну, и темпераментом был. Даже плакать хочется, даже, как говорится, впечатления серьезные. Руководство компании «Нижнекамск-Нефтехим» всегда помнит и ценит своих ветеранов. Ведь это те, кто с нуля, не жалея собственных сил, возводил новое производство. Кто вкладывал душу в то, чем сегодня гордится вся Россия. Всегда мы на связи с нашими ветеранами по любым праздникам. День ветераны, поэтому они всегда у нас находятся, будем говорить, под контролем. И к приглашению отнеслись очень дружественно, благоприятно и с удовольствием приехали. Ветераны смогли пообщаться с молодым поколением, зарядиться от них энергией и позитивом. Мы-то как-то за нас сидим, за вашими успехами, за вашими делами в Инстаграме. Мы буквально в том году Инстаграм завели, где именно декларируем то, что у нас какие новости и теленопроводы. Ну а поколение преемников, в свою очередь, не упустили возможность получить несколько мудрых советов от уважаемых наставников. Все остались довольны организованной встречей. Ветераны пообещали, что обязательно будут почаще навещать своих коллег. Алия Салахиева, Марина Чернышкова, Н-Медиа.